Главным украшением пасхальной выпечки является глазурь, поэтому очень важно приготовить ее качественно. В этом рецепте я расскажу, как приготовить идеальную глазурь для куличей, которая не крошится. Нет ничего проще, чем приготовить глазурь по этому рецепту. Она действительно не липнет к рукам и благодаря желатину не обсыпается на следующий день. Примите во внимание, что такая глазурь очень быстро сохнет, поэтому необходимо сразу украшать выпечку. С этой глазурью хорошо сочетаются орехи, сухофрукты, конфетти и кокосовая стружка. По желанию вы можете слегка окрасить глазурь с помощью пищевого красителя. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Желатин смешайте с 1 столовой ложкой теплой воды и отставьте слегка увеличиться в размерах. 2. Сахар смешайте с оставшейся водой и поставьте на небольшой огонь. Растворите сахар и дайте жидкости превратиться в сироп. На это уйдет несколько минут. 3. Добавьте желатин и с помощью миксера взбейте глазурь в течение нескольких минут до белого цвета. Полейте кулич глазурью и сразу украшайте, так как глазурь очень быстро высыхает. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Желатин 0,5 чайных ложки. Теплая вода 3 столовые ложки. 1 столовая ложка для желатина. 2 столовые ложки в сахар. Сахар 100 грамм. Количество порций 5-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся. До свидания, друзья!